Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun 6-aprel 2020 yil. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Manimcha hammaga eshitilyapti. Eshitilmayotgan bo'lsa, bemalol mikrofoningizlar bor yoki chatda yozishingiz mumkin, agar savollar bo'lsa. Здравствуйте всем. Сегодня у нас 6 апреля 2020 года. Сегодня у нас урок будет 9 глава. Это quadratic relations and the conic sections. Квадратные связи, соотношения квадратичные. И conic sections. Что это такое? По ходу это мы с вами посмотрим. Давайте, у нас сегодня будут вот 7 параграфов. Apply the distance and midpoint formulas. Distance and midpoint, это, по-моему, большинство из вас уже знает. Формулы для того, чтобы найти дистанцию и серединную точку двух точек, да, с координатами. Во втором параграфе graph and write equations of parabolas. Мы с вами парабол посмотрели, но здесь немножко вот другие параболы тоже будут. В четвертом graph and write equations of ellipses. Вот эллипсы, потом гиперболы, потом translate and classify conic sections. Translate, translation, transition. Значит, у нас получается параллельный перенос или сдвиг conic sections, да? В седьмом это solve quadratic systems, решить квадратичных систем. Оп. Distance formula, это мы с вами уже знаем. Формула расстояния, да? Focus. Вот focus это в единственном числе. Бірлік шакілда, вот фоси или фоки, да? Получается у нас что? Во множественном числе. О, директрикс, это опять директриса. Circle, это окружность. Эллипс. Вершины, major axis, главная ось, да? Vertex, это означает как там, объединенные вот вершины, что ли, вот так переводится, да? Сейчас это посмотрим, что такое minor axis. Минорная ось, не главная, да, можно сказать, гипербола. Transverse axis, опять это трансформация, да, параллельный перенос, сдвиг, вот такой идет. Conic sections. Ну, cone это у нас конус, conic section получается как это, конические вот вырезки, что ли, вот так, да, переводится. General second degree equation, общее второстепенное уравнение. Quadratic system, квадратичная система. В первом параграфе у нас apply the distance and midpoint formulas. Вот, допустим, у нас имеется A и B с координатами x1, y1 и x2, y2. Вот. Потом между ними мы на координатной плоскости можем найти расстояние, да? Оп. Расстояние D вот можем найти. Разница x возьмем в квадрат. Разница y возьмем в квадрат. Потом полученную складываем и берем квадратный корень. Это есть дистанция или расстояние между двумя точками с заданными координатами. Вот это общая формула. Оп. Давайте пример. What's the distance between? Опять вот x1, x2, потом y1, y2. Вместо них под формулу подставляем и получим 74. Поэтому ответ будет C. Просто под формулу надо подставить и все. Хоп. Потом у нас второй example, это classifying triangle using a distance formula. Classify, то есть у нас вот треугольник есть на координатной плоскости с вершинами, с координатами заданными, да, вот 2 и 1, 4, 6 и 7 и 3.
Как можем определить, какой из них, да, то есть isosceles, еще equilateral или вот random triangle, да? Вот scaling или random. Scaling это означает произвольный, isosceles значит это равнобедренное, equilateral это равносторонние, которые все стороны равны. Вот после нахождения каждой стороны, вот AC, AB, BC, вот можем посмотреть здесь одинаковые совпадающиеся по расстоянию, по дистанции, да, вот две стороны, поэтому это получается равнобедренный треугольник, isosceles triangle. Следующий, midpoint formula. Вот midpoint formula тоже нетрудная тема. Вот А и Б у нас есть, вот Х1, Y1, и Х2, Y2. Допустим, вот две точки есть, А, Б с координатами. Midpoint это означает вот серединная точка, да? То есть точка середины А, Б, отрезки А, Б. Для этого что делаем? Х складываем, делим на 2, и с Y тоже самое, складываем, делим на 2. Или вот mean, да? Вот mean это означает average, среднее значение координат. X of Y. Example third, find the midpoint of line segment. Допустим, find the midpoint of line segment. Опять вот две точки у нас есть с координатами минус 5 и 1 и минус 1 и 6. Да? Мы должны найти вот середину точку, midpoint. Для этого опять X складываем, делим на 2, Y складываем, делим на 2. Получим вот здесь, вот эту точку. Или с координатами минус 3 и 7 и 2. Find the perpendicular bisector. Or write an equation for the perpendicular bisector of the line segment joining. То есть у нас есть А и Б с координатами минус 3, 4, 5 и 6. Для этого, чтобы вот perpendicular bisector найти, мы сначала должны найти координаты середины, да, вот 1 и 5. Х складываем, делим на 2, Y складываем, делим на 2, получим 1 и 5. Вот это. Потом calculate the slope of AB. Slope of AB. Мы с вами уже linear functions. Вот в первом и во втором параграфе мы с вами уже проходили. Это получается у нас разница Y делить на разницу X. Да? Оттуда получим 1 четвертую. Потом вспоминаем, когда две линейные функции будут перпендикулярными. Если их произведение угловых коэффициентов, если равняется минус одному, да? То есть 1 четвертую умножаем на какое число, получим минус 1. Это получается у нас минус 4, потому что минус 4, когда умножаем на 1 четвертую, вот тогда получим минус 1, вот тогда вот две вот прямые будут перпендикулярными. Вот такое слово у нас было. Use Poynt's Law Form. Вот Poynt's Law Form тоже мы с вами проходили. Через 1,5 проходит, и слоп это есть минус 4. Поэтому подставляем и получим такое уравнение прямой, которое перпендикулярно к данной вот АБ. Перпендикулярно бисектрисе, да, или называется это? Если это пройдет, проходит через midpoint. Finding a circle center. Recall from geometry that the perpendicular bisector of any circle passes through the circle center. Значит, перпендикулярная бисектриса это у нас что? Passes through the circle center. Значит, это проходит через центр окружности. So you can use this theorem to find the center of circle given three points on the circle. Для того, чтобы найти, нам достаточно узнать вот три точки с координатами, да? Допустим, у нас такой радиус есть, окружность есть, или круг, да? И на окружности данного круга вот у нас три точки есть. B с координатом минус 66, 22. O, вот origin, то есть начало координат 0, 0. А A это 34, 34. От нас требует чего? Estimated diameter, да? То есть радиус или диаметр мы должны найти. Исходя из этого. Исходя из трех точек. Write the equations for perpendicular bisectors of AO and OB. Вот. AO and OB. Вот две, значит,
перпендикулярным биссектрисам мы нашли с вами, то есть найдем y равно минус x плюс 4 perpendicular bisector of AO, вот AO, но вот эту процедуру мы можем проделать как в предыдущем примере, поэтому они быстрее здесь идут. Вот y равно 3x плюс 110 это perpendicular bisectors of OB. Вот OB. Потом find the coordinates of the center of the circle where intersect by solving the system formed by two equations. То есть у нас получились вот давайте вот это у нас получается первая прямая, да, и вот это у нас получается вторая прямая. Они пересекаются здесь. А мы вот точку пересечения как найти уже знаем, или графическим образом, но графически здесь вот четче получается, не получается, немножко не видно, поэтому это аналитическим образом решим, как систему берем и решим. X, Y найдем. Вот, x у нас получается, оказывается, минус 19, а y получается 53. Значит, они пересекаются где? Минус 19 и 53. Вот в такой точке они пересекаются. То есть, с другой стороны, это уже у нас получается что? А, центр, то есть координаты центра. Координаты центра вот данного круга. Хоп, потом, вот минус 19, 53 у нас есть. Calculate the radius of the circle using the distance formula. Вот distance formula уже мы с вами проходили, то есть от этой точки. Вот здесь у нас точка C с координатами, да? И вот от этой точки они взяли какое? Вот O взяли. Вот это взяли, значит, вот это расстояние найдем. Это есть вот R. Потом это увеличиваем два раза, потому что диаметр это есть 2R, и получим 112 point. Вот такой miles, да? Еще раз. Уравнение perpendicular bisector мы нашли по предыдущему примеру, как в предыдущем примере, да? Вот два уравнения нашли, потом их мы решили, получили вот такой ответ. То есть координаты центра. Потом от точки до точки формулу, то есть distance формулу мы использовали, получили значение R, значение радиуса, то есть расстояние. Потом это увеличиваем 2, потому что диаметр у нас вот такой, да, который проходит через центр. И дальше пошли exercise. Вот exercise здесь у нас есть find the distance between two points, find the midpoint of the line segment joining the two points и так далее. Вот здесь у нас exercise есть. Вот сегодня я вам подготовил вот такое. Сейчас я вам покажу. То есть первый этот момент. Вот, по-моему, тоже вам видно. Допустим, вот первое посмотрим, что тут. State the distance and midpoint formulas, да? Вот у нас файл есть, это вам скину сегодня. State the distance and midpoint formulas. То есть приведите, да, напишите вот формулу для расстояния и для нахождения середины точки. Вот. У нас есть уже ответ, то есть с объяснениями для self-study это очень помогает. Такой. Потом у нас есть вот такой, то есть 1E, exercise 9.1.1E, это означает вот 1, вот exercise 1. Понятно, да? Например, вот третий, если хотим узнать, то есть вот там условия есть, и как это решаете, чтобы посмотреть. Хоп.
Вот 2i, 2i, вот when finding the midpoint line, бла-бла-бла, вот здесь вот объясняют они. Все наглядно, все есть. Вот 3i. Вам тоже, да, видно? 3i. Вот здесь у нас какое слово было? Find the distance between two points, then find the point, lines joining the points. Вот. Опять apply the distance formula. Вот объяснение пошло здесь. The distance d between two points a and b is given the distance. Вот подставляем под формулу. Substitute 0 for x sub 1 and 8 for x sub 2. И так далее. Да? И для y in the distance formula. Под эту формулу подставляем. Вот даже вычисление аккуратно здесь показывает, и так далее. Вот потом следующее условие — это у нас что? Find the midpoint. Вот для midpoint тоже у нас условие есть, объяснение, решение, и так далее. Вот для каждого, допустим, вот 47-й, вот тут мы должны найти это 47-й, вот 47e должно быть. Давайте это попробуем найти. Где-то на 47-й и. Вот 47-й и. Оп. Здесь говорят, the remote control robot can be instructed to move by entering coordinates on control panel. If the robot is instructed to move from straight, how far does robot move? Assume the coordinates are in meters. Опять вот от этой точки вот до этого, значит, сдвигает, вот какую дистанцию проходит, да, опять вот здесь, in order to find the distance between, вот 6,11, вот 6,11, минус 2,26, здесь также, you use the distance formula и так далее, therefore distance moved by the robots is, вот, 18 метров оказывается. Всем понятно, как найти, как этим пользоваться, вот, файлом. Это у вас скоро будет в канале. И я вам объясню, что такое вот 1i. Вот 1i уже понятно. И 1gp. Вот gp — это что это означает? Давайте это посмотрим. О, давайте я вам найду это. Где это у нас? Здесь есть или нет? Вот. Guided practice — это и есть вот gp. Вот это расшифровали как gp. То есть вот what is the distance between 3, negative 3 and negative 1 and 5, да? Вот две точки, какая между ними дистанция. Вот здесь они подставляют под формулы. Вам тоже видно. Вот под формулу подставляем, получим 4 корня из 5. И второй. Вот второй как найдем, это вот 1GP, то есть GP1. Следующий — это вот 2GP. The vertices of triangle, classifier scale, isoscale or equilateral. Опять вот здесь объяснение идет. Вот вершины R, S, T с координатами. Вот такие же они. Вот вам, для вас, мы подготовили такую, значит, подарок, такой подарок. И так далее. Это только по вот 9.1. По первому параграфу вот столько решений, а вот здесь столько примеров, exercise, да? То есть у вас уже не должно быть вопросов. Даже вопросы могут быть. Какие, например, здесь каким-то образом они объясняют, вот решают. Если это решение вам непонятно, то можете спросить. Я вам обязательно помогу. Вот целых 2 дня мы над этим работали. Вот нашли решение, вот привели вот к такому хорошему виду. И здесь небольшая во всех, или не во всех, я точно не помню. Просто на это, на название вот чептера, вот внутри файла, пожалуйста, не обращайте внимания. Потому что чептер вот 9, то есть 9 глава, у нас Rational Equations так не называется. Да? У нас называется это Quadratic Relations и так далее. Поэтому на название не обращаем внимания. Вот самое главное, чептер у нас правильно. Вот здесь 9.1 тоже это правильно. И вот exercise 1i.
По-моему, всем понятно, да, как пользоваться ответами? Ответы есть. Оп. Все, возвращаемся к слайду. Оп, это был 9.1, потом 9.2. Graph and write equations. Well, you know that a graph is a parabola. What y равна x квадрат is a parabola that opens up or down with vertex, with origin and axis of symmetry. On any parabola, each point is equidistant from a point called the focus and the line called the directrix. Что это означает, оказывается? В любой, значит, или на любой параболе each point, каждая точка, is equidistant from point, который на одинаковых расстояниях, если находится, это называется фокус, да? Line called the directrix. Вот в этом случае у нас вот какая-то парабола, да, у нас есть the focus lies on the axis of symmetry. Значит, у нас вот здесь фокус. О, axis of symmetry это x равен нулю, потому что origin у нас 0,0. Потом directrix, значит, is perpendicular to the axis of symmetry. Перпендикулярно к оси симметрии. Потом the vertex lies halfway between the focus and the directrix. Значит, вот здесь как бы midpoint, да, получается? Вот где пересекается директриса и оси симметрии. Вот они вот здесь пересекаются. И вот здесь фокус у нас. Хоп. И вот это midpoint, это у нас vertex. Это уже посмотрели. Вот почему это у нас называется фокус, да? Потому что на графике, который у нас, вот такой график есть, допустим, вот эту точку взяли. Вот от этой точки до фокуса и до вот, директрисы у нас получается одинаковое расстояние, поэтому это есть фокус, поэтому это есть директриса. Директрикс, да? Еще раз. Если наша точка, вот эта точка, equidistance, значит, равна удалена и от директрисы, и от фокуса, то это есть, получается у нас что? То есть фокус и директриса вот тогда вот такими являются, да? Если все на графике точки являются вот такими свойствами. Хоп, давайте на пока не пример, вот свойства посмотрим. The equation of parabola that opens up or down has a vertex can also be written. Вот таким образом parabolas can open left or right as well. In which case equation has form and the vertex is not below that for any parabola, the focus and directrix each lie units from the vertex. Что это означает? Оп, допустим, у нас вот ось ОХ, ось ОУ у нас есть. Потом директриса у нас в этом случае У равно минус π. Вот. Потом фокус у нас получается 0π. Почему именно так? Потому что они должны быть равноудалены, да? То есть вот это должна быть вот наша вершина. Midpoint, да? Фокус и вот директрис. Вот, например, здесь расстояние P, и здесь расстояние тоже P должно быть. И здесь то же самое, просто это в перевернутом виде. Или же параболой, вот мы с вами такого не проходили, да? Вот в эту сторону тоже может быть у нас парабола. В этом случае это то же самое. Вот здесь если расстояние P, то здесь тоже должно быть расстояние P. Вот тогда это фокус, тогда это вот директрикс будет. И здесь то же самое. Здесь у нас P расстояние, здесь тоже P должно быть. Вот тогда это фокус, а это директрикс. Вот так. Хоп. P здесь, ну, в этом случае, да, P это положительно, потому что это P находится выше нуля по Y. Здесь P должно быть отрицательно, потому что это у нас находится в отрицательных значениях.
И вот то же самое, только где парабола перевернутая, да? О, standard equation of parabola with vertex at the origin. The standard form of the equation of parabola with vertex at 0, 0 is as follows. То есть x в квадрате равно 4py, 4py. Фокус у нас 0 и пи. Пи – это у нас здесь константа, да, коэффициент. Вот какое здесь число будет, в примерах мы это завтра берем. Директрикс у нас будет y равно минус p, и axis of symmetry вертикально, где по x равен 0, вот проходит. А если x и y местами поменяем, все меняется. То есть 0π – это π0, вместо y пишем x, и это не вертикально, а уже горизонтально. Это все было взято вот оттуда, да? Из графика. Оп, example 1. Graph, identify the focus, directrix, and axis of symmetry. У нас пока только вот два случая. То есть, когда у нас x в квадрате равняется или y в квадрате равняется. Поэтому здесь они нам дали, вот в этом слайде, x равно вот, минус 1 восьмая y в квадрате. Оттуда мы должны найти y в квадрате. Минус 1 восьмая идет туда с умножением и получим минус 8x. То есть y в квадрате равно минус 8x. Потом, чтобы это было в нашем виде, как y в квадрате равно 4πx, значит 4π мы приравниваем к минус 8, оттуда p равно будет чему? Минус 2. Вот p равно минус 2. Нашли, да? Когда мы сопоставляем, еще раз повторяю, y квадрат, вот x, x, минус 8 должно быть 4π. Для этого π должно быть только минус 2 другого выхода нет. Другого случая. P у нас минус. Да, вот, P у нас отрицательное значение. И у нас y в квадрате. Когда y в квадрате, напоминаем, что у нас горизонтальная ось симметрии. Горизонтальная вот так. Да? Хоп. Фокус у нас находится минус 2 и 0, потому что P у нас минус 2. А директриса, значит, будет x равно 2. Опять это по формуле. Вот. Вместо х подставляем минус 2, минус на минус, плюс х равно 2, это директрикс, да, будет. Вот так. И чтобы это четче у нас был график, мы вот таблицу значений заполняем и получим такую красивую параболу. Вот и все. Hope, write an equation of the parabola shown. Оп, сразу можно здесь, то есть здесь мы должны найти уже чего? Уравнение, да? Уравнение вот данной параболы. Vertex, то есть вершина находится 0,0, потому что ось ox и y вот, пересекается здесь, а наш график как раз проходит оттуда. 0,0. Потом у нас вот 1, 2 и 3. Минус 3. P получается у нас минус 3. P у нас получается минус 3 пополам, да, минус 3 пополам, потому что это середина, да? То есть это у нас фокус. Оп. Y равно минус P, это минус 3 вторых, да, вот здесь. Вот так. Substitute for p. Вот вместо p подставляем 3 вторых. И получим x в квадрате равно 6y. Они, то есть мы берем x в квадрате равно 4py, потому что у нас вертикальная ось симметрии. Почему? Потому что вот, относительно этой прямой у нас они симметрично находятся. Вот и все. Потом p нашли, вместо p просто подставляем, получим x в квадрате равно 6y. Это есть уравнение вот данной параболы. Хоп, опять GP, Guided Practice, вот 8 здесь задач есть, Parabolic Reflectors, такие вот задания, Solar Energy, вот то же самое, как парабола, да, Conic Section будет здесь,
write an equation for the Euro-Dish cross section with its vertex at. How deep is it dish? Опять у нас есть что? P равно 4,5, потому что здесь это дано. Да? Оп. Потом вместо P подставляем 4,5, получим уравнение, как в предыдущем примере. А потом уже подставляем вместо x сколько? 4,5, оттуда найдем значение y. Вот и все. Это есть такое объяснение. Опять 9,2. Вот для этих у нас exercise есть. У вас solutions тоже будет. Давайте следующий. Это у нас третий параграф. Graph and write equations of circles. Оп. Circle – это окружность или круг. A circle is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point called a center. Опять вот круг или окружность – это множество таких x, y, которые равно удалены от fixed, от фиксированной точки, которая называется центром данного круга. The distance r between the center and any point x, y – то есть дистанция R, которая соединит наш центр с какой-то точкой окружности x, y, называется радиусом. Если взять, то есть, если мы хотим написать уравнение окружности, которое центр находится 0,0, точки 0,0, то пользуемся вот такой, значит, формулой. Да? Вот. X минус 0 в квадрате плюс Y минус 0 в квадрате, и берем квадратичный корень, это равно R. То есть, почему 0,0? Потому что у нас здесь 0 и 0, да, вот origin. Вот от этой точки до какого-то X, Y. Получим x в квадрате плюс y в квадрате равно r в квадрате. Это и есть уравнение окружности или круга, который центр находится в точке 0,0 и с радиусом r. Имеется в виду, это у нас уравнение круга или окружности, которое находится, то есть который центр находится в точке 0,0. А в общем виде не всегда наш центр находится 0,0. Где-то вот здесь или здесь тоже может быть. Ну, сейчас как бы parent function, да, посмотрим. Parent equation, то есть главное уравнение посмотрим, потом другие обобщаем. Вот graph. This, ну, function не можем сказать, это просто вот какой-то, какая-то кривая, да, identify the radius of the circle. Rewrite, то есть минус x квадрат мы должны перевести в левую часть. Это идет с плюсом, вот x квадрат плюс y квадрат равно 36. Вот как раз это совпадает вот с этим, вот, да, с исходным видом. А r, оттуда чем уравняется? R равняется 6, потому что r в квадрате у нас равняется 36. Вот r уже нашли. Потом draw. Draw это означает, центр находится 0,0, в точке 0,0. Потом радиус 6. Вот 6 клеток берем, то, или 6 вот, единиц измерения берем. В этом случае 3 клетки как 6. Циркулем вот, вот и здесь, и здесь, и здесь по вот 6, 6, 6 выделим. И их циркулем надо соединить, да? Обводить надо. The point 2n negative 5 lies on a circle whose center is the origin. Write the standard form of the equation of the circle. Что это означает? У нас есть формула. Вот такая. X квадрат плюс y квадрат равно r в квадрате. Вот под эту формулу тоже можем подставить. Да, вот получим 29. Значит, r у нас равно 29. Потом x квадрат плюс y квадрат равно r в квадрате. Опять вспоминаем ту же самую формулу. Потом вместо r просто подставляем вот корень из 29. Когда мы подставляем квадрат и квадратный корень, сокращается и получим 29. Вот это есть standard form of the equation of the circle. Вот в таком виде мы должны получить ответ.
What's the an equation of the line tangent to the circle at point negative 1 and 3? Уравнение касательное к данному кругу или окружности в точке минус 1 и 3. Для этого что делаем? Касательно мы с вами знаем, это недавно мы это проходили. Значит, такая прямая, которая касается, то есть касается, это означает наша вот этот круг или окружность и данная прямая имеет только одну общую точку. Эта точка и это называется точкой касания. И самое главное, вот прямая и радиус данной окружности, они образуют 90 градусов. Вот так. Вот это у нас из курса геометрии, да? Вот, вот они тоже об этом. Вот from geometry, line tangent to the circle is perpendicular to the tangency. The radius with endpoint has slope. То есть slope сразу найдем. Это у нас минус 3 будет. Почему? Потому что 0, 0 и минус 1 и 3. Slope это у нас минус 3. Через две точки с заданными координатами можем найти slope. Вот нашли. So the slope of the tangent line is negative reciprocal, reciprocal of negative 3. Опять, перпендикулярность нам не зря, да, напомнили в начале. То есть m1 умножено m2 должно равняться чему? Минус 1. То есть это называется как negative reciprocal of this number. То есть отрицательное обратное число вот к данному. То есть к минус 3 в этом случае получается 1 треть. Потом опять в point slope form, то есть point slope, у нас одна точка с координатами есть, вот y, вот x, и slope тоже уже нашли одну третью. И получим вот такое уравнение касательное, которое касается к окружности в точке минус 1 и 3. Следующий, circles and inequalities. Но это то же самое. Самое главное понятие здесь, мы должны уметь построить сначала окружность или круг вот в таком виде, да? Потом меньше это означает, уже меньше это означает это внутри данного круга. И у нас вот если меньше, опять вот здесь у нас dashed, да? Вот, вот. Короче, вот эта линия у нас не входит, да? А если меньше либо равно, то это вот окружность тоже можем взять. Один, оказывается, только пример. Ну, в общем, вам понятно. По-моему, здесь трудности не будут. И здесь тоже они вот с рисунками и иллюстрациями объясняют. То есть вот синий это у нас больше r в квадрате, то есть вне данного круга область. А красным x в квадрате, который меньше r в квадрате, то есть как это внутренняя часть данного круга. Пока здесь равенство они не пишут, поэтому только либо вне, либо внутри данного круга. То есть вот это саму окружность здесь не включаем. То есть опять вот дальше, да, dotted. Оп. Как надо построить, то есть match, да, вот опять, давайте попробуем. X квадрат плюс Y в квадрате равно 9. Оттуда R чему будет равно? 3, да, потому что 9 это есть 3 в квадрате. Давайте найдем 3. Где у нас 3? Оп, если это у нас 1, то здесь 2. Если это вот D3, тогда здесь 1,5. Если это 2, вот где это у нас 3? Вот 3, да, вот. Оказывается, вот 3 это C, потому что вот здесь у нас 3, 3, 3. Потом, да, вы написали очень хорошо, C, C. Потом четвертую давайте. X квадрат плюс Y в квадрате равно 36. Это какой будет? 36 это квадрат чего? 6, да? Мы должны найти, какой будет. Тур C будет, да? Тур C будет, да? А здесь еще другим.
Четвертый C, да, будет? Почему? Четвертый И, да, будет? Почему? Потому что вот каждую клетку они взяли как 2, вот это 4, а это 6. А это как раз 6 в квадрате, поэтому это будет И, Е, да? Вот третий будет C, почему? Потому что вот каждая клетка они взяли, вот здесь они обозначают, вот 1, 2, 3, везде по 3. Вот 3 в квадрате это 9, поэтому ответ будет C. Беш ама. Пятый А. А. Да, пятый А будет. Молодцы. Потом x квадрат плюс y квадрат равно 6. Вот. Корень из Ди. 6 в квадрате. Ответ будет D. Почему? Ме. Это примерно будет 2 с чем-то. 2 с чем-то, да, будет? Это вот таким образом найдем. Хотя здесь конкретное число все равно не получим. Да, это больше, чем 2, поэтому ответ будет D. У нас еще метод есть. Через теорему Пифагора тоже можем получить. Вот седьмой какой будет? F. F. F будет, да, потому что каждую клетку они взяли как 2 единицы, да, поэтому здесь будет F. А у нас остается только один вариант для восьмого. Это будет какой? B. B. Это B. Вот и все. Понятно, да, вам? Как надо найти. И дальше у нас аналитические решения тоже есть. Аналитические примеры. Вот problem solving. Потом graph and write equations of ellipses. No? An ellipse is the set of all point P and a plane inside that the sum of the distance between P and two fixed points called the focus of that is a constant. Понятно, да, вам? Вот эту дистанцию, когда мы складываем, получаем всегда одинаковое число. То есть, неважно, вот отсюда взяли. Это нам напоминает чего? Мы проходили вот такую, да, тему. Вот это, да? Хоп. Помните, да, вот такую мы с вами проходили. Вот, например, если здесь альфа, ну, это окружность имеется в виду, да, то да. Вот здесь тоже будет альфа, вот здесь тоже будет альфа. Но немножко вот это нам напоминает. То есть вот эта дистанция D1, D2, неважно, откуда мы взяли, это всегда они равняются к одному числу. Все равно получим одинаково. Вот такие, значит, множество точек называется эллипсом. И фокусы здесь тоже есть. У нас major axis, minor axis, вот, вершины. Да, есть. Давайте это посмотрим, что это означает вот на конкретном примере. Identify axis. Observe that the major axis of the an ellipse contains the foci and is always longer than the minor axis. Хоп. В этом случае у нас получается что? Вершины это минус А0 и А0. Сейчас как отличить, еще раз будем повторить. Вот потом другие у нас вершины есть. Это 0b и 0-b. И minor axis. Minor axis, вот здесь они объясняют. Observe the major axis of the ellipse container for me, and is always longer than minor. Ну, понятно, да? По длине уже должно быть больше, чем другого, то есть вот это у нас первая ось, а это у нас вторая ось, допустим, вот, по нумерации. Вот это видно уже длиннее, поэтому это будет major, и не то, что только длиннее, но еще она содержит в себе еще фокус, да, вот первый и второй фокус. А другая, значит, у нас ось называется minor axis.
Потом у нас вот здесь то же самое, да, вот vertex. Значит, vertex это что у нас имеет? Всегда major axis, вот главную, да, вершину содержит в себе. Остальные другие вершины уже содержат в себе что? Minor, то есть меньшая ось. Вот так. Опять ellipse with horizontal major axis. Значит, с главной горизонтальной осью. Оси, да, вот эллипс, у нас такая вот формула есть. И эллипс с вертикальной major axis будет иметь вот такую формулу. АБ у нас будут, то есть АБ либо даются, либо мы должны найти, но, соответственно, другие у нас ингредиенты вот в таких случаях у нас будут. Давайте на конкретном примере посмотрим. Oh, graph the equation, identify the vertices, subvertices, and the foci of the ellipse. Сразу делим на 100, да, чтобы здесь были вот только по единице, да, вот. Divide each side by 100. Здесь было 1, да. И здесь вот по одному. Потом а у нас а у нас равно чему? 5. Вот а у нас равно 5. Б равно 2. То есть вот как бы x 5 в квадрате. Да, вот так пишем, да? А это y делить на 2 вот в квадрате. Поэтому а равно 5, b равно 2. Потом the denominator of the x terms is greater than the, so the major axis is a horizontal. То есть А у нас больше, чем Б, поэтому у нас получается горизонтально. Да? Вот первый случай, если А больше Б. Под Х у нас, когда мы выделяем по квадратам, если А больше Б, то это у нас получается, это, по-моему, здесь объясняли, да? Вот, по-моему, здесь это, об этом говорят. А если обратно, то у нас получается вертикальный major axis. All the vertices of the ellipse are at. Вот опять у нас формула здесь есть. Вершины и вот другие вершины по эллипсу плюс-минус 5 и 0, то есть 5 и 0 и минус 5 и 0, вот две у нас вершины главные. И не главные вершины у нас получается какие? Плюс 0 и плюс-минус 2, то есть 0, 2 и 0, минус 2. Потом, чтобы вычислить фокус, у нас есть формула, да, вот. Вот это, да, вот. Фокусы можем вычислить по формуле. И получим вот такую формулу. Плюс-минус 21 и 0. То есть минус корень из 21 0 и плюс корень из 21 и 0. Вот такие фокусы получим. Вершины и major and minor вершины. Вот и все. Значит, вот по этому мы должны соблюдать этапность и получим у нас правильный график, правильное решение данных заданий. Оп. Второй, write an equation. Уже здесь опять обратная задача. Да? То есть нам они дают график, мы должны найти чего? Уравнение, да? Да. Or write an equation of the ellipse that у нас major уже, то есть major axis будет какой? Главная ось по вертикали, да? Потому что вот это длиннее, чем чем горизонтальная. Когда у нас вертикальный major axis, соответственно, у x, то есть под x должно быть знаменатель меньше, чем у y вот знаменатель. Оп, здесь будет 3 в квадрате. Почему 3 в квадрате? Потому что вот это у нас minor, да? 3 в квадрате получим 9, а 4, потому что вот здесь 4. Получим вот такое, значит, уравнение. Потом фокус как найдем? Опять а в квадрате минус b в квадрате. Это будет сколько? 16 минус 9, корень из 7, да? Плюс-минус корень из 7.
То есть 0 плюс-минус корень 7, да, вот здесь находится. Whole text reasoning, multi-step, то же самое, это то же самое. Вот vertex, мы должны опять найти уравнение. Вот здесь уже немножко опять другое задание. То есть нам дают здесь чего? Нам дают здесь две главные вершины и фокусы, да? То есть у нас а равно 8, а c равно 4. Через ac мы можем получить b через фокус. C у нас равно 4, а 8 подставляем оттуда, b равно 4 корень из 3. Потом b найдем, подставляем, получим вот такое уравнение эллипса. Хоп. Вот, давайте, хорошо, в конце будем обобщать. То есть окружность — это спецслучай эллипса, да, получается? Graph and write equations of hyperboles, да? Вот гиперболы. Recall that analysis in the set of the sum of them. Hyperbola is a set of all points P, such that the difference of distance between P and two fixed points, again called the foci, is a constant. То есть D2 минус D1 это всегда будет что? Одинаково, то есть константы. Они вот здесь, они объясняют, да, вот от фокуса до следующего графика, и вот это D1, то есть от данной точки до другого, они всегда, то есть эта разница расстояния всегда одинакова. Вот такие графиков называют у нас гиперболы. Transverse axis, центр, вершины, асимптоты. Ну, branch уже вам не новость, да, вот филиалы или вот части, да, данного гиперболы, данной гиперболы. Опять, может быть, это в таком виде, да, то есть вертикально или горизонтально. Вот то же самое, как у эллипса, да. Вот. Для того, чтобы найти фокусов, здесь формула есть. Здесь меняется x в квадрате, а в квадрате, а здесь уже y в квадрате. Так как здесь минус, когда мы вот, axis меняем, вот тогда у нас не a, а не знаменатель, а числитель уже здесь меняется. То же самое подставляем под формулы. Здесь сначала нам дают уравнение. Мы должны это построить, найти вот это вершины, фокусы, асимптоты. Здесь наоборот. Опять нам дают график. Мы должны найти уравнение. Life exercise. По-моему, это фотоаппарат. Translate and classify conic sections. Это, по-моему, последняя, да, тема. Давайте я посмотрю это. Нет, еще один параграф есть. Давайте закончим. Translate and classify conic sections. Because parabolic circles, ellipses, and hyperboles are formed when a plane intersects a double napped cone, they are called conic sections or conics. По-моему, здесь график будет. Нет. Вот конические сечения, да, вот так называют. Вот circle, да. Circle мы уже с вами знаем. Парабола вот в таком виде, в общем виде. Эллипс вот тоже в общем виде, и гипербола тоже в общем виде. То есть в общем виде здесь тоже могут быть какие-то коэффициенты. Вот в других функциях мы с вами посмотрели, то есть h единиц по вертикали, по горизонтали на какой-то параллельный перенос на какие-то единицы, да, h единиц, и k единиц тоже по вертикали или по горизонтали, параллельный перенос. Вот h and k is the vertex of parabola and the center of the other conics. В этом случае вот graph
построить x минус 2 в квадрате плюс y плюс 3, все это в квадрате равно 9. Вот каждый из них приравниваем к нулю. Оттуда x равно 2, y равно минус 3. Значит, наш центр находится где? 2 и минус 3. Вот по x 2, по y минус 3. Вот здесь. Вот нашли. Потом радиус чему равняется? Если это 9, то радиус равняется 3, потому что 3 в квадрате, да, мы определим. Вот здесь они объясняют это. Вот 3 относительно, то есть от этой точки 3 единиц вот направо, наверх, налево и вниз. Вот потом опять циркуль у нас не помешает здесь. Соединим их плавно, получим такой, значит, circle. Потом, это у нас как называется? Парабола, да? Гипербола. Y минус 3 в квадрате делить на 4 минус x плюс 1 в квадрате делить на 9 равно 1. Опять вот 3 и минус 1. 3 и минус 1 это центр. Да, вот. То есть минус 1 и 3. Да. Минус 1 и 3. Потом вот А, Б коэффициенты уже у нас есть 2 и 3. Оп, 2 и 3 вот нашли. Потом под С подставляем, получим 13. Корень из 13 это примерно 3,6. Потом от 3, то есть к 3 добавляем к Y 3,6. Поднимается вот туда, это фокус. Потом отнимаем, соответственно, 3,6, получим минус 0,6. Это есть другой фокус данной гиперболы. Потом все. А, еще мы должны rectangle center. Да, rectangle center тут это. Rectangle построим. То есть вершины у нас есть. Вот они. Прямоугольник построим. Вот 6 на 4, да, вот так. Который центр находится минус 1 и 3. Это опять вот предыдущий параграф посмотрите, и там объясняется, как надо построить вот прямоугольник. И проводим диагонали. Диагонали не просто, но еще вне данного прямоугольника тоже продолжим и получим асимптоты данной гиперболы. Вот асимптоты. Асимптоты это что означает? Еще раз повторяем. Вот этот график все ближе. Ближе находится, но никогда не касается данной прямой. Асимптоты, еще раз объясняю, если это касается, то это означает наше вот это неопределенно, да, получается? Вот. Поэтому асимптоты проводятся. Write an equation of the parabola whose vertex is at and whose focus is at. Опять под формулу подставляем, это у нас формула есть H and K. Вместо H подставляем минус 2, а вместо K подставляем 3. Vertex, да, у нас? Вот у нас подставляем, получим ответ. Потом P, вот сегодня мы с вами изучали. Вот P найдем плюс-минус 2 и найдем полный, значит, вид данного уравнения. Оп. Для эллипса то же самое. Подставляем под формулы. Vertex 4, 0, 4, 4. Вот это есть. И фокусы, да, есть? Фокусы это означает вот 1,7, 2 и 2. Вот их среднюю вот точку найдем. HK это есть вот 4 и 2. Центр, да, это будет. Потом уже найдем опять общий вид. Вот HK у нас есть, AB найдем из графика. Потом у нас дискриминант. Да, вот это тоже немаловажная часть данной презентации. Any conic can be described by general second degree equation in X and Y. Через x и y. The expression is a discriminant of the equation can be used to identify the type of conic. Да? То есть у нас
До этого квадратичная функция, да, была? То есть это что было? У нас было только ax в квадрате, потом dx, еще f. Другие у нас не были. То есть это у нас обобщает то, что мы проходили или будете пройти вот до 11 класса. Вот все абсолютно вот такие curves, да, то есть кривых, замкнутых, circle, эллипс, парабола, гипербола. Если вот, b в квадрате меньше 4ac, если отрицательно, и b равен 0, и a равна c, то это у нас называется как circle. Если отрицательно, и b не равен 0, а не равен c, то получается у нас эллипс. Если дискриминант равен 0, это у нас парабола. B в квадрат меньше 4ac, b, да, и a, c. Вот b в квадрате меньше 4ac, если равен 0, это у нас парабола. И гипербола, когда у нас дискриминант больше 0. Дискриминант – это не наш дискриминант, который в квадратных уравнениях, а вот для этого вида. General second degree equation. Общий вид уравнений второй степени. Вот для таких уравнений дискриминант. Если b равен нулю, если вот x и y нет, each axis of the conic is horizontal or vertical. Это уже понятно, когда вот b равен нулю. Вот каждая ось данного коника, да, либо горизонтально, либо вертикально. Classify conic. Вот опять у нас уравнение дается. 4х в квадрате плюс y в квадрате минус 8х минус 8 равен 0. ABC надо определить. Вот в этой формуле ABC. B в квадрате минус 4ac проверим. Вот B в квадрате минус 4ac у нас получается отрицательно. И A не равен C. Вот поэтому это будет что? Эллипс. И B не равен 0 в этом случае. B равен 0. Да? B равен 0 и AC. То есть A не равно C. Поэтому это у нас получается эллипс. То же самое. Вот здесь мы должны дополнять. Привести к такому виду, который можно будет определить. Это какой коник. В седьмом. Solve quadratic systems. Ну, то же самое. Здесь пересечение conic with lines, да, то есть вот circle и вот у нас прямая, да, то есть круг и прямая. Если не пересекается, то no solutions. Если пересекается в одной точке, то одно решение. Если пересекается в двух, тогда two solutions. Вот это. Solve this system using a graphing calculator. То есть y квадрат минус 7x плюс 3. Мы должны построить это. Вот такой график получим. Потом 2x минус y равен 3. Тоже построим. В каких, то есть во скольких точках они пересекаются? Пересекается в двух точках. Поэтому данная система имеет два решения. А какие уже вот аналитическим образом можем решить? Вот и все, получим корни. То есть построение таких коников, да, вот конических сечений, нам очень классно помогает при решении вот таких квадратичных систем. Solve the system using substitution, то есть вместо y подставляем, получим, но или же это было можно решить каким образом? Построим x квадрат плюс y квадрат равно 10, вот. Вот 10 тут уже можем построить четко, потому что 10 корень из 10, да, это будет радиус. Я могу представить каким образом, как 3 в квадрате плюс 1 в квадрате. То есть 3 единицы, например, по x, а 1 единицу по y найдем, и вот это соединим, это есть корень из 10. Вот таких комбинаций тоже у нас есть, чтобы четче у нас был график, да? Опять вместо y подставляем туда, получим вот такое квадратичное уравнение, квадратное уравнение, потом туда получим x равно 3, вместо x подставляем, это будет 1.
если это построить, действительно они пересекаются только в одной точке. 3 и 1. Это и есть наше решение. Оп. Quadratic systems. Уже здесь не только прямой, но они между собой тоже могут пересекаться, да, в каких-то системах. No solutions, но видно, то, что они не пересекаются. One solution, значит, пересекается только в одной точке. Потом two solutions в двух. Three solutions, когда в трех точках пересекается. А four solutions, когда они пересекаются в четырех точках. Один пример. Вот такой, да? О, первый из них это что у нас? Первый из них это у нас будет что? Гипербола, да? Такой можем построить это. А это у нас будет что? Эллипс. Вот эллипс и данная вот гипербола пересекается вот в трех точках. А именно в каких мы как система это решим? Вот они предлагают чего? Вот плюсуем, да, чтобы избавиться от игреков. Потом остается квадратное уравнение, оттуда x и найдем, подставляем либо сюда, неважно, и значение y найдем и получим вот такие три решения. То же самое. Построим аналитическим образом, решим, и у нас получается решение. Опять, для каждого параграфа, еще раз повторяю, мы для вас подготовили не только ответы, но и полное решение, чтобы понятно было. Пожалуйста, делайте дома домашнее задание. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, по этой презентации можете спросить. По-моему, нет вопросов. Побольше практики, пожалуйста, дома. Еще раз повторяю, у вас для self-study все есть. Можете оттуда посмотреть. Даже вот тогда вам непонятно, пожалуйста, отправьте мне в личку, не в группу. Я могу это объяснить. Или аудио, например, курамс, да, или ну, посмотрим. Ребята, до свидания всем. Увидимся завтра. Сегодня тоже была очень большая и важная тема. Надеюсь, хотя бы там 50-60% вам понятно. Вот оставшиеся проценты вы должны закрепить, решая вот данный exercise, смотрев на solutions. До свидания. Увидимся завтра. Спасибо за урок. Спасибо. Рахман.